Thank you.
Да, я наконец-то восстановил одну из разбитых машин. Знаю, что вы давно этого просили, и вот у меня наконец дошли до этого руки. Идея с восстановлением разбитых машин, конечно, хорошая, но не все мои разбитые машины реально восстановить. Некоторые очень сильно разбиты. Что проще будет их не пытаться восстановить, а сделать машину заново из пластилина. Но эта Toyota была повреждена лишь с боковых сторон. Задняя и передняя часть осталась целая. И ее, как вы видите, реально восстановить. Я выровнял повреждения от испытания со столбом. Мелкие вмятины, которые оставались, замазывал пластилином. Это как замазать шпаклевкой и затем наждачкой выровнять поверхность. Таким методом пользовался. Но не все вмятины мне удалось выровнять. Сам кузов целиком получилось восстановить. Но если приглядеться, то видно, что эти линии, которые идут вдоль кузова, в некоторых местах неровные. А над задним колесом видны незаделанные вмятины. Их я уже заметил после покраски кузова. Пришлось уже оставить так. Благо не сильно они бросаются в глаза из-за матового оттенка краски. Кстати, как вам такой новый цвет? Мне лично очень нравится, как она теперь выглядит. Он очень хорошо сочетается с самим цветом салона. Черные диски тоже хорошо подходят. Сначала думал сделать их серебристыми, но тогда они слишком заметно выделялись бы. А так эти темные цвета здесь смотрятся гармонично. Также передние колеса могут поворачиваться не вместе, а по отдельности. Днище машины я не стал сильно восстанавливать. Лишь немного выровнял те места, где были повреждения. Ну и двигатель также немного доработал. И давайте сравним, что было до восстановления и после. А вот так она выглядела до уничтожения. Если сравнить первую версию этой машины с восстановленной, то какая вам нравится больше? В новом виде или до уничтожения была лучше? Пишите об этом в комментариях. Мне лично гораздо больше нравится новый вид. Теперь эта легендарная машина восстановлена. Она будет храниться в моей коллекции. Мне понравилось восстанавливать эту машину. Это было довольно интересно. Некий такой новый опыт в качестве реставрации. Если же вам было интересно смотреть на весь процесс восстановления, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы я больше выпускал такие видео по восстановлению разбитых машин из пластилина. Всем спасибо за просмотр, всем пока!